Так, ну что, всем привет, с вами Марк. И сегодня продолжаем проходить с вами Infamous, Second Son. И независимо на том, что тут у нас была жесткая битва. По краям должны быть панели для вентиляции. Да. Их надо разбить, тогда ядро. Причем мы не успели всех перебить в прошлой серии. Ладно, разбить боковые панели. Да-да-да. Так нам для начала бы всех побить. Опять же, очень много врагов. Я так понял, что надо всех сначала разнести, а потом уже идти, в общем-то, выполнять задание. Так будет проще, естественно. Просто их раскидаем. Куда ты там бежишь? Господи, ну их тут реально много. О, кстати. Мы даже спасти можем. Да, кого-то тут можно спасать, напомню. До свидания. Ну их ладно, их уже все меньше и меньше. Но их все равно очень много. Я так понял, они не спавнятся, они же заканчиваются, по идее. Потому что нормально. Так, о, тоже спасти можно. А чего спасти не могу? Кто там стреляет? Вредно держать все в себе! Согласен. А его не могу спасти. Тут баг какой-то. А, во, все. Ай. А, я походу понял, короче, тут из-за текстуры это. Я так понимаю. Да, ну ладно, пусть валяется тогда. В принципе, нам-то что? Так, ладно, пойдем добьем их тогда. Где они там? Господи, как прикольно тут управлять так. Он выжил. Давай, до свидания. Так, остальные сверху, да, я так понимаю? Или нет? А, вон они. Еще. А чё ты не атакуешь? И что это было вообще? Ничего, он меня откинул сейчас. А, там меня стреляют. Вот оно что. Все, до свидания. Помни, нужно найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Угу. Так, подожди, а нам... А, я вспомнил, там наверх, да, по-моему, надо... Так, нам надо найти, как-то добраться. Так, подожди. Так, нам надо найти, получается, вентиляцию. А, вот. Все, пройдем сейчас наверх как раз. Тихо-тихо-тихо, ты чё? Ты у нас свой теперь. О, дым как раз. Я в прошлой серии дыму не мог найти, насколько я помню. Вот он как раз здесь есть. А, так, и нам надо на вышку, да? Подожди, нам его уничтожить. Внимание, там было, да, задание? Ой, какой ужас. Подожди, а как нам его уничтожить? Стрелять в него надо? Что-то я не совсем понял. А как конкретно? Ой, подожди, или нам... Не, подожди, у нас здесь вообще метка. А, все, подожди. Я походу понял. Или нет. Подожди, что? А что? Вентиляционные решетки. А, вот эти типа. Господи, я сначала подумал, почему, что нам на вышку еще надо. Что-то я шизнулся, ладно. Так. Ну давай, давай, подойти. А, ну чё мы тупим? Можно, в принципе, вот так сделать. Как это приятно. Реально. Все. Нашел источник питания. Он должен быть на крыше. Ну, нашел. Ага. Подожди, надо держать именно. Так, давай еще нажать. Обнаружен. И чё? А, типа, жать надо или что? Что было? Ох. А,
Вот и ремонтник. Ой. Тут же Джиггернаут, алло. Я люблю парней поменьше. Ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Окей, понял. Так, подожди, что тут у нас? О, осколки собрали. А, ну он-то тут не один. Видишь, какой он хитрый. Оказывается, еще и не один тут. Только крысы чисто. Часть слишком большой урон. Но поэтому мы убежим. Пошел к регенерации. О, так оно еще ослабляется. Вы что, рофлите? Так. Как осколки мы тут фармим? Давай, иди отдохни. Минус один. Ой. Господи. Ой. Это больно было. Это было очень больно. Так, же, что мы тут еще можем качать? Эй, Делсин, я тут вот о чем подумал. У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся. И тоже можно идти домой. Так, найдите большого гента и поглотите его силы. Тут есть один нюанс. А, во. А, вот он. Тут он все завалило просто. Ой, зараза. Ну, получилось? Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет. Так, мобильный штаб уничтожен. Так, у нас награды дали за это. Хорошо. Угу. Понял. 81% под контролем у нас. Добро пожаловать, Седл. Операция завершена. Е-е-е. Супер. Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь-ка в Густине. А я сейчас вышлю координаты. Телевизор можно смотреть. Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете. Запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника. Но спасибо за заботу. Ой. А, все, он уже это. Иди отдохни, короче. Жил его, конечно, и спасти. Ну ладно. Так, а у нас есть карта, да? Подожди. А, тут надо на нее нажать, все понял. А, ну вот у нас недалеко тут. Как раз. Так, ну слушай, город, кстати, красивый сделали. Прям неплохо выглядит. Мне почему-то Watch Dogs напоминает первый. Там прям такая же атмосфера. Ну нет, тут город все-таки потемнее. Но и там тоже такая довольно темные оттенки были. Да, помню, помню. Первый Watch Dogs. Чё тут встал-то? До свидания. А, подожди, знаешь, что я хотел еще посмотреть? Короче... Так, подожди. Силы, вот, чё мы можем вкачать? Поглощение дыма. Дымовой рывок. А, я не могу, да, вкачать? Чё, вот это нам, да, можно? Ага, это мы вкачали. Ну, давайте просто тупо... А, все, я все потратил. Окей, ладно. Будем все подряд, короче, вкачивать. Реджи, смысл что-то потерять. Ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Десса должен тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Угу. Согласен. Тихо-тихо-тихо. Ты чё? Что творишь? Сейчас надо отхилиться, это что-то он меня надамажил так нормально. Ой. Сейчас взорвется, да?
Да. И энергию, естественно. О, нормально. А, наконец у нас эта сила будет, господи. Вот этого прям очень сильно не хватало. Шикарно получится. А ну, неплохо, да? Хотите еще разок? Ой, по-моему, никого не... А, нет, задело. Вот так! Ой, надо... Упс. Он же сдался, я, кстати, не знал об этом. Да, минус... Минус реп, как говорится. Но не, я хочу быть все-таки добрым героем здесь, поэтому... Я выживу? Вроде должен. Сейчас, подожди. Блин, надоели уже. Он там стреляет так нормально. А, он сдается. Вот здесь я принимаю тебя. Все, враг обезврежен. А, ну... Кто-то пострадал, тоже спасем. Так, все, минус точка. Так, у нас еще осталось две. Минус зонтик. Тихо. Тихо, ребят. А я могу сквозь машину, интересно, пройти? Так, ну это уже и не важно. Тут опять приколисты. Даже я могу его обезвредить? Да? Сейчас я карму как раз восстановим. А не, вот этого нам придется убить. Не захотел он сдаваться. 71% под контролем Деза. Так, тут помогаем. Да, репутацию надо, как говорится, поднимать. Так, подожди, ой. По карте сейчас. Ой, не, подожди, подожди. Так, нам идти... А, ну просто вперед идем, короче, понял. Да, просто идем вперед. Следующая точка сейчас как раз будет. Боже, сколько же в этом городе дезовцев. Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются. Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав. Так, подожди. Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Подожди, а где? А, внизу что ли? Или чё? А, ну да, походу. Где? Пяу! Блестяще просто сработало. Ща еще. Добьем эту штуку. Ой. Все. Так, а тут у нас что сейчас будет? А, типа, более сильные выстрелы у нас теперь будут, или что, более дальние? Я так понимаю. Все понятно? Туда пути нет, только сработай. А, R1? Ух. Реально сработало. А, ну, естественно, они у нас... А, ну у нас запас ракет, но здесь источник дыма. А, вот оно что. Понял. Ну, короче, это для такой, для тяжелой техники, грубо говоря. Для солдат, как бы, это смысла не имеет использовать вообще никакого абсолютно. Да, поэтому пепельная ракета и... Нам сейчас вообще смысла не стрелять. Прошу, кто-нибудь, помогите! Поможем. Ну, слушай, неплохо так вкачиваюсь, да? Бежим! Так, а нам надо в другую сторону. Подожди, что, мы реально можем выстрелить в нее? Подожди, давай. Упс. Кто-то пострадал. Ладно, неважно. Кстати, по-моему, корму мне не сняли за это. Ладно. Ну так-то по факту. Так-то я с ними не поспорю. Так, окей, нам надо... Да, я их просто... Я просто буду карму реально набивать я вот такими вот методами, why not. Так, а теперь... Опа! Там запретная зона, я вижу.
Так, а нам же не туда, надеюсь? Или... Подожди. Или нам как раз-таки туда? А, не-не-не-не-не, нам надо мимо нее пройти. Все хорошо. Да, слава богу, нам не туда. А, ну тогда погнали, обойдем просто. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту. Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. Да, давай, спасем тебя. Спасли. Так, ну эту штуку просто надо сломать. Че у нас тут за сила, интересно, будет? Так, что же там? А, это типа граната, я так понимаю, да? У меня хорошее предчувствие. Ух. Так. Нажмите L1, чтобы кинуть серную бомбу. А, вот он еще. Подожди, в чем смысл? Так, этого мы спасем, а вот этих... Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, на дно! У меня все супер, лучше не бывает! Еще хочу! Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию. Но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно. Я залягу на дно, что бы это ни значило. Операция завершена, дым в глаза. Ну, это легкое задание было, объективно. О, катсцена. Так, ну что, какое-то время, я так понимаю, прошло. А, все уже. Так, сейчас, подождите. Ой, так, что так, нам? Так, Делсин, я тут выяснил кое-что про систему связи Деза. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мега-важный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. Понял, короче, нам туда надо попасть. Хорошо, без проблем. Ну, смотря как без проблем. Так, ну хорошо. Побежали. Побежали, побежали. Ну тут, кстати, на самом деле передвигаться прям приятно вот с этой штукой. Прям приятненько, что можно подлетать. Сквозь препятствия проходить. О, детская площадка. Ух. Ху-ху-ху. Ничего себе. Подожди, я смогу через стену? А, нет, тут можно просто запрыгнуть. Начать. Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигней, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Ну-ну-ну, я не дурак, я герой! А, мне... Подожди. Но я понял, что нам туда надо. Так, думаю, рывок в вентиляционную, господи, шахту на крыше позволяет взмыть в воздух. А, ну так и написано было. Все, понял, что мы сможем взмыть. Короче, взлететь наверх. Подожди, так можно... Стой. Сейчас. Подожди. О. А, вот как нам надо было. Все, да-да-да, я просто это затупил. А вот чисто гипотетически... Ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... ответ. Так, ну тут и так можно забраться. Всем проблем нет. Не, я же все понимаю, вопрос такой, а в чем смысл этой лестницы? А, типа тут так надо... Ой! Господи.
Я думал, лифты заблокированы. Ну, мало что ты думал. Мало ли, что ты думал реально вот. Так, и чё, и куда нам теперь? Так, ну я вижу, можно вон туда, да? Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не вини, ладно? Своему брату нужно доверять. Доверяй, но проверяй. Так, а что нам делать-то дальше? Ну, типа, что нам туда, что ли? Ой. Упс. Не габельная. А, не... Операция провалена. Почему, интересно? А вот чисто гипотетически... А, ну хорошо, тут ну, эти есть. Ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, понял, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи. Мне просто нужен... ответ. Че, куда нам тогда? Подожди, а вот... А, вон нам куда, господи, я лестницу там не увидел. А я-то думал, как туда запрыгнуть. Я понял, что типа, ну, на эту штуку, но... Изнутри эта штука еще страшнее. Не видел. Ничего, уберем. Привет, это Бетти. Ты где? О, привет, Бетти, я... на Space Needle. А, ну тогда попозже наберу. Купи мне магнитик. Ладно, если магазин еще работает. Пока, Бетти. Пока, милый. Так, отсюда лучше не падать. Да, ну ты вроде нормально справляешься. Вот мое спасение. Так, все, забираемся. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Да я уже посмотрел в оба. Ой, что-то их тут многовато слишком. Какие потери, после вас раскидаешь просто и все. В каких потерях тут вообще речь идет? Ух ты, ничего себе, я их спасаю как. Ничего себе. Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Так, вверх. А как нам вверх? Туда добраться. Ну, неплохо их тут раскидал. Мне самое интересное, что кого-то я спас, а кого-то нет. Ну, кого смог, я спас. Да, и мне за эту карму там очень уже, кстати, мы неплохо повысили. А, вот как, господи. Я чуть не увидел. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? А, понял. Я тебя еще не видел. А что мне делать? Да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делфин. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Понял. Сейчас разберемся. До свидания. Ой, что-то их тут... Тут их очень много, что-то. Прям реально много. Давай спасем. Ща наплевать. На, умрите. Все, мне ГГ, походу. Что-то... Ну, их тут очень много. Они со всех сторон. Да как ты попал? Надо уходить. Срочно уходить. Блин, они стреляют отовсюду просто. Разбираем дым. Блин, надоели уже эти взрывы. Сейчас уйду, надо опять отхилиться. Прям много их, но слишком много. Объективно. Ну сейчас мы тут всех раскидаем сначала снизу.
обычных нубиков. Ой. Все, ГГ мне, походу, нет. А нет, живем. Короче, он только на время, да, мне может так вот поглощать, грубо говоря. Домой. До свидания. А наверх его. Кто это сказал сейчас? А, вон. Кому он это говорит? Я же всех перебил. Ой. По-моему, я всех перебил, да. Кроме него, естественно. Я так понял, единственное, там снизу кто-то есть. Все, он умер, нет? Нет, он живучий, блин. Разрушите крепление, на котором держатся приборы слежения Деза. Подожди, вот это надо сломать или что? Так, у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Принтранслятор, чтобы получить новую. Подожди, надо сначала дым вкачать. А, вон там челок сможет спасти. Так, подожди, какую энергию вкачать? Где? А, вот здесь, господи. Все, понял. Что-то я тупанул опять. Так, и что у нас за сила? Ой-ой-ой. Мы типа вверх взлетаем. О, вот это будет эпично. Так, и как нам... Подожди. О, кстати, подожди. Видишь? Почти не больно. Во! Отдохни. Ух, да я ураган. Так, нажмите, чтобы включить орбитальное падение. Конец креплению. Давай. Ух, это красиво. И сейчас забываем вниз. Вау. Боссу научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечают никто. С дальними постами связь пропала. Ух. Ничего себе, он ввалился. Да, теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш. Да не спеши ты. Наши тут... В лучшем случае пара улиц, а все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь, понял. Пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Ага, верим. А, выбрать надо. Давай вот этого и выберем. Эй, Рэш. Его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Действительно. Так, вызов, операция завершена. Супер. Но что значит этот знак? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали Маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну, то есть, почему не Супердым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай, я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Ой. Все, освободите все от захватчиков. Так, очистите город сил Деза, район за районом. Ну, короче, понятно, да, можно зачистить карту, прям как в этом. Прям Far Cry мне напоминает. Да, какой-нибудь вышки надо зачищать. Понял, короче. Так, кто меня там стреляет?
Не понял. Мне такое не нравится. А зачем мне, говорит, все равно бомбу скинуть? Я как бы удивлю, тут никого, тут некого кидать. Вообще-то. Так, подожди. Просто на крышу хочу попасть. Так, а что, у нас заданий не будет сейчас? Больше нет, ничего. Просто тупо освобождать город. Ну, это неинтересно. Нам нужно задание какое-нибудь. По сюжету пойти. Так. Опа-на. Это что там за приколисты? Ой-ой-ой. Как страшно. А теперь прикол. Снес. Ой-ой-ой, меня попали-то. Походу я зря это сделал. Судя по всему. Успеем поглотить, да, отлично. Я кое-что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4 и Викерс. О, наконец он нажил. То есть пока я тут сражался. Резко такой объявился, да? Я его понял, хороший братец. А, вон, все, у меня метка повисла. Не буду дальше их добивать. Смысла нет. Не, конечно, можно, типа, освобождать, но... Не знаю, нам проще по сюжету пока идти, там дальше разберемся уже. Сейчас будем разносить их. В принципе, какая разница. Так. Ну, я на крышу даже зайду сейчас поропло. С крыши покрасивее тут. А, ну вон нам туда. Так, подождите. Проверил, сколько записи идет. Да, времени у нас еще достаточно. Так, операция. А, недоступно. Уничтожить ближайший мобильный штаб Деза перед тем, как начать эту операцию. Понял. Как тут хитро сделано. Так, станция проверки. Бойзрен недоступна. А, вон мобильный штаб один. Подожди. Где он? Мобильный штаб. Да господи, как неудобно. Это вот этот. Да, короче, нам сюда надо. Да, метки, кстати, здесь можно ставить. Просто от них свалим, сейчас пойдем освободим, тогда окей. Да, все-таки освобождать здесь придется. Подобные места. Ну ладно, ничего страшного. Так, по мне уже тут стреляют. Господи. Так, ну, получается, нам вот сюда вот. Да я и вхожу в запретную зону. Что дальше? Занять свои места! Тут тревога! Тревога! Короче, нам с волной надо будет справиться. Их тут опять очень много будет сейчас. Все, так, спасаем. Кого можем. А кого не можем, раскидываем. Да зачем какая ракета, господи. Мы их тут и так раскидаем на раз-два, я думаю. До свидания. До свидания. А, вон они откуда бегут. Ничего себе их тут. Кто там по мне стреляет? И попасть не могу вообще. Домой. О, господи. Ой, что с... Ребят, как-то много. Так, ну с этой стороны я их вроде всех убил. Так, сейчас мы тут с ними... А, не с... Подожди, вас никого не смущает, что он сверху где-то стреляет по мне? Или он по кому стреляет вообще? Тихо. Или что, или наверх пойти?
Ой, бомбой попал по мне. Неприятно. Не видишь цели, ты посмотри внимательно. Может, увидишь. Посмотри, сколько их тут. Вот только отошел, вот никого не было, и он здесь появился внезапно. Это этот. Тут супер, супер жесткий. Тихо. Я тебя спасу, не волнуйся. Какая добрая игра, да? Да, давайте пепельные ракеты быстро. На тебя. Как вы надоели просто уже. Но их объективно слишком много. Типа лол. Ну типа реально их очень много. Ой. Мало энергии. Так, этого мы спасаем. Нам это и выгодно, в принципе. До свидания. Так, что там? А, вот как, господи. Ну, ты там бежишь. Ты что, последний, что ли, остался? А где он? Подожди. Он спрятался, что ли? Он просто от меня убегает. А, или он сверху? А, он, походу, сверху, да. Да, вот, чего есть. Вот оно что. Так, тут никого. Блин, игра еще немного, на самом деле, темноватая, я заметил. Я не знаю, но мне днем вообще некомфортно играть в нее. Я не знаю, как ночью, но... Яркости как-то очень мало в этой игре. А, это еще не все, да, они тут на этажах, их тут достаточно прям. Так, ну тут вроде бы все. Так, подожди, мы еще можем выше подняться? А, да, можем. Я так понял, что там кто-то есть. Всем привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня энергии и нет, увы. Это плохо, кстати. Тихо-тихо-тихо. Энергия закончилась. Так, а дым здесь где-то есть? Да вы чё, рофлите? Так-то больно было. Так, ладно, давайте попробуем сейчас. Хитрый план капкан. План скам. Ну, ничего, он скидывает. Просто жесть. Так, ну убегать мы так прям нормально можем. Но я без энергии вообще мало чего сделаю, объективно. Ох, как я успел уйти вовремя. Да. Блин, а где тут дым? Может, дым где-то будет? Давайте попробуем наверх забраться. Ну, кажется, там, скорее всего, будет. Нет? Походу, нет. Подожди, серную бомбу. Тихо-тихо. Ну, он меня очень нормально так дамажит. Не, просто проблема в том, что ему... Он такое ощущение, что он вообще не чувствует моих ударов. Тихо-тихо-тихо, надо жить, надо жить. Однозначно надо жить. А этот, кстати, я думал, он умер. Мне показалось, или он... Или он вообще пропал с карты? Лол. А, во, все, я ему сбил защиту, походу. Все, я его убил, нормально. Вот с этим я не знаю, что делать. Вот так, о, кстати. Да, вот эта штука нормальная тема. Ух, лол.
А чё с ним? А, вот. Всё, нормально. Так, ну и что тут у нас получается? А, на вот эту штуку, да, надо сломать? А, я понял, мы не можем, у нас энергии нет. Так. Не, а, не можем. Можем, это будет тяжело, но... Бабах, детка! Сейчас. Все, отвалилось. А тут в чем прикол? Короче... А, во, как можно было. Ничего себе. Домой. Это, конечно, неудобно. Но это реально, да, вот их снести. Просто вот этим способом, этой махалкой... Короче... А что, мне ломается? Господи, как тяжело. Надо прям на нее попробовать. Да, дыма-то у меня нет. Как их сломать? А я не вижу здесь... О, наконец-то. Это я сломал. И последний остается. Кстати. Наконец-то. Так, теперь... Р2. Все, отлично. До свидания. Так, все, это мы освободили. Мобильный штаб уничтожен. Но все, получается, нам задание должно быть доступно. Чисто технически. Так. О, наконец-то дым можно поглотить, кстати. Так, так тут ведь еще кристаллы есть. Там тоже энергию поглотим. Как раз можно будет, наверное, что-то и вкачать. Так, тут больше ничего нет? А нет, вон еще есть. Или нет? А, или это просто... Нет, это еще один кристалл. Так, подожди, надо как-то наверх. Там сверху надо это делать, я понял. Так, господи, запрыгни. Все, супер. Так, а теперь можно и на задание отправляться, потому что по факту мы... Не, не, давайте вкачаемся. Так, где у нас силы? Вот, что-нибудь есть? 5 осколков, серная бомба, дымовая стрела. Давай дымовую стрелу тут. Вкачаем, что нам доступно вообще. Сернобомба, не знаю. Все, походу. А, нет, не все. Все, теперь уже точно все. Ух. Тихо-тихо-тихо. Я хотел забраться на крышу. Да, теперь нам надо добежать до нашего задания. Кусы, как мне нравится управление здесь. Че он начинает дергаться как-то странно. Ой, ребят, увы. Зря вы сюда пришли. Ой, ладно, кому вы нужны? Я лучше это. Все, до свидания. Гусы, еще добежать бы до туда. Ну тут карта, я так понимаю, не такая уж прям большая. Типа, город здесь небольшой. Лучше и игра, в принципе, не сильно длинная. Опять же, где-то за часов 5-6 проходится. Мне, наоборот, такие нравятся. Типа, почему бы и нет? Так, нам сюда. Понял. Просто сколько вас тут? Тихо. Господи, там снайпер еще какой-то. Ой, все, мне ГГ, походу. Надо уходить.
посмотри, как тяжело. Блин, их много слишком. Да, нам еще и снайпер реально. Надо вот этот шлак еще снести. Там камнями отстреливается. Упс. Ой, ну давай, давай, давай. Самый умный такой. Так, сейчас хилимся. Тут можно забраться, подожди. Мы на крыше. Отлично. Ну, тут у нас выгодная будет позиция. Уйди. Что? Он застрял, да. Кто по мне стрелял? Ой, дым еще есть, супер. Подожди, а кто по мне стрелял? А, вот он. Ага, на крыше. Не договорил. Они, я думаю, не поняли. А, они сюда идут. Они, прикиньте, они сюда забирают. Они узнали, что я тут. И они идут теперь сюда. Genius. Я не думал, что они столько умные. Я думал, они снизу останутся. Ща. Надо их домой тут отправить. Отдохнуть. Кто там снайпер? Сейчас я ему устрою. А, у меня так поймал? Окей, понял. Давай, иди поспи, снайпер. Там еще один где-то есть. Ух. Да что, как? Как он попал по мне? Блин, как к этому мне попасть? Наверх. Это уже, как говорится, и не важно. А, вон еще один. А, они перемещаются тоже, понял. Ах ты какой хитрый. Взял, свалил. На, отдохни. Он выжил? Не-не-не, братан, ты не уйдешь уже никуда. До свидания. Кто еще остался? Проблема в том, что я их не вижу. Господи, сколько их тут, ужас. Реально их тут просто куча. Меня вот этот раздражает. Ой. Не, я тебя спасу, мы добрые. Чё? Теперь вы страж порядка, на шаг ближе к славе героя. А, у меня поднялся уровень, типа, я понял. Так, подожди, где он? Надо ему вот эту каменную его защиту снести и убить его. Кто по мне попал? Ну все, мне ГГ, походу. Я даже уйти не успею. Или успею? А нет, успею, нормально. Страж порядка. Иди сюда. Я его попал. Все, иди отдохни. Пусть их не раздражают. Так, еще кто-то выжил. А, тут еще один этот, что ли? Каменщик. До свидания. Так, ну и теперь у нас... Ой. Так. Все, отправляем также домой. Ой. Так, и с этой стороны. Так, сейчас минуту. Так, это разрушили. Это разрушили. Все, теперь наверх. А, точно, я забыл, что нужно мякать надо. Все. Этот мы тоже уничтожили. Все, замечательно. Так. Да-да-да, спасибо. Мобильный штаб уничтожен. А, операция теперь доступна. Ну, погнали к ней. Блин, а зачем мы тогда два штаба уничтожали?
Вопрос. Вопрос такой. О, самой не пройдет, приз получен. Ачивочку дали. Так, по мне тут стреляли, так уж просто от них уйду. Я просто миссию выполним. Ладно. Все, теперь она должна быть доступна. Да. Маляр. Ха, ну надо такое придумать. Так, сейчас минуту. Так, сколько? Ну, все, у нас не так много времени остается, но все же. Так, ну хорошо, начал, и что? Что за звуки? А, меня спалили уже. Ладно. Просто валим. Так, подожди, Элтон, а во. Извини, что бросил трубку. Я тут узнал, что есть один маньяк-биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву Б? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай... Только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Ага. Да без проблем. Подожди, а тут же глушилки еще какие-то или что? А, да, тут что-то есть, подожди. Подожди, а как нам их снести? Глушилки закрыл. Уничтожайте их. А, во, все. Да, как раз сейчас их уничтожим, то меня раздражают. Давай, тоже отдохни. Все, наконец-то. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Да без проблем. Ага, и чё тут? Мне чё, по следу, типа, идти? Я так понял, что да. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Ага. Так, подожди, ну вон они. Снизу тут есть. Это нас... Подожди, а чё это такое? Но оно ведет сюда. А тут что делать? Может, наверх подняться? О, кстати, дым. Заберем. Так, что-то я не понял, что нам делать по итогу. Так, это мы забираем себе. Так, или нам... А, нам вниз, может быть? А, вон оно. Вон оно что? Вон вниз идет, оказывается. Понятно. Подожди. Ну, давайте спустимся тогда. Так, и что же это у нас? Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Так, использовать камеру. Сколько их можно делать? А. Вот оно, что нам надо было сделать. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером. О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня,
Неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху «Маляр». Братишка, да успокойся ты. Ха-ха. Ладно. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Так, идите на новое место преступления. А, да без проблем. Только мы с вами на этом закончим. С вами был Марк, и всем-всем пока.